Здравствуйте, друзья! Как вы поживаете? Наиболее популярные идиомы в русском языке. Упрямый, как осел. Поскольку осел считается упрямым животным, отсюда и пошло это выражение. Ты смогла его убедить не ходить туда? Нет, не смогла. Он упрямый, как осел. Сделать из мухи слона. Это означает сильно преувеличивать. Муж. У меня температура 37. Я, наверное, умру. Жена. Не делай из мухи слона. Это обычная простуда. Не гони лошадей. Означает не торопись, не спеши. Я должен срочно сделать проект. Не гони лошадей. У тебя впереди целый месяц. Смотри в оба. Означает, будь осторожен, смотри внимательно, будь начеку. Я иду на вечеринку с Марком. Смотри в оба. Он не так прост, как кажется. Стару, как мир. Это значит что-то, что уже давно известно. Эта заповедь стара, как мир. Не желай зла ближнему своему. Сесть в лужу. Значит, оказаться в глупом или смешном положении. Потерпеть в чем-то неудачу. Готовься тщательно, чтобы не сесть в лужу, выступая перед аудиторией. Быть в чьей-то шкуре. Это означает быть в той же ситуации, как и кто-то другой, или представить себя на его месте. Ты знаешь, он попал в страшную аварию и сейчас лежит в больнице. Да, не хотела бы я быть в его шкуре. На черный день. Это значит откладывать что-то или копить, а потом использовать в трудной ситуации. Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит. Вы согласны? Злой, как собака. Значит быть очень злым на кого-то или сильно раздраженным. Он получил выговор от шефа
поэтому вернулся злой, как собака. Концы в воду. Означает сокрытие свидетельств, уничтожение улик, чтобы избежать ответственности. Он забрал все деньги и концы в воду. Ни его, ни денег. Пока все. Всем удачи!